Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» пресекли незаконную деятельность элитного казино, расположенного в нежилом двухэтажном доме в центре Москвы. Здание по всему периметру было оборудовано камерами наружного наблюдения, а вход представлял собой коридор с металлическими дверьми шлюзового типа. Чтобы проникнуть в здание, сотрудникам полиции пришлось применять специальные средства. За это время персонал заведения успел демонтировать и спрятать игровое оборудование, а также эвакуировать обслугу и посетителей. При детальном осмотре помещения казино полицейские обнаружили потайной люк, скрывающий лифт в подвал, в котором находилось 79 игровых автоматов, системные платы от игровых консолей, черновые записи, архив видео и фоторегистрации клиентов. Выход из заведения, ведущий в подвал соседнего здания, был замаскирован под трансформаторный блок. Все игровые аппараты изъяты. В настоящее время проводится экспертиза системных плат игрового оборудования. По оценкам специалистов, доход злоумышленников от такой противоправной деятельности мог превышать 30 миллионов рублей в месяц. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование незаконной деятельности иных игорных заведений, продолжается.